если варить щи, то получается скорее суп-пюре. Мы льем попросту воду, мы срем биде конформизма. Залупу истины снимаем гандон. Наше словесное тэквондо отличается особой жестокостью и скорее напоминает муай-тай. Мы открыли ларец великих тайн. Ночные грузчики рулят тыквами сатаны Маздай. На ус мотай, брат, настоящий крестьяне выбирают ад, чтобы устроить рак, дезинфекцию. Прикричите от нас бесы, здесь полыш топаз, подо мной уверенный пегас. Лечу в лобовику и кралей. А ну-ка, черти, в тень посъебались. Я как Чак Торрес, свои добродетели инферналин. Как Паустовский взрываю мозги. Как Причин, любви и воле посвящаю вирши. Как Куприн в искусстве слова всех побрил. Как Лесков, брыжу вселенских доской. Как Пушкин, не играю в игрушки. Как Лермонтов, не признаю понтов. Как Некрасов, не моргал глазом. Как донес откровение массам словом. Лечил заблуждение проказу. Что-то там. Я чертов нацист, я проклятый еврей, бескомпромиссный гомофоб, безнадежный бень. Я белый бибикинг, я черный зизитоп, я сноб, я волшебный клоп-клоп, жрущий брёв, христианин, мизантроп. Баба любит грузчиков, араба любит грузчиков, краби почему-то тоже уважает грузчиков. Так, у меня там... Сейчас вспомню, что у меня там вообще какая-то залупа, по-моему. Днем я строю дома, вечерами пишу книги, а когда наступает ночь, надеваю костюм ниндзи, робо ночного грузчика, спасателя мира, супергероя, молочный топаз и ППЛ легко справляются с ролью. У эпохи два голоса, мой эстата, два опасных убийца, паразита, постмодерниста, страдающих от сперматоксикоза, анониста, писатели, атлеты, правдорубы, убийцы, на больном теле общества, два кровопийцы, прожженные азиаты, истинные арийцы, настоящие христиане, выбирающие ад, ночные грузчики, желанные для всех баб. Что там дальше? Я Холден Колфилд, искушенный в любовных утеках. Я Мартин Иден, сияющий доспеха. Запомните меня таким, каким я есть. Молодым, красивым и безумным. Стоящему из головы. Каждый мой трек экзистенциален настолько, господину Жан-Полю. Даже и не снилось экзистенциальнее, чем, блядь, записки из подполья.